После театрального около 3 лет проработал в театре, сыграл 16 ролей. Потом поступил в АБГИК на кинорежиссуру. Потом стал в кино сниматься как актер. Вот, и думал, что в театр не вернусь. Но вот так вот как-то судьба сложилась. Вдруг Нина Усатова, моя землячка, вот, замечательная актриса, друг мой настоящий, хороший, вот, говорит: «Саша, а почему бы тебе не вернуться на сцену? Сейчас, говорит, так много играют спектаклей, значит, антрепризовых, не обязательно идти в штаб театра и прочее». Ну и вот я кивнул головой, согласился. Плиту положите мне, недорогую, маленькую. Напишите там, год рождения, имя, отчество. В вашем городе я не первый раз, вот здесь очень хороший зритель, принимают очень тепло, хорошо, с пониманием. Вот. Но так как я, можно сказать, с небольшим театральным опытом, понимаете, 40 лет был разрыв, как я ушел из театра, поэтому еще страдаю вот таким серьезным мандражом. Перед каждым спектаклем немножко волнуюсь, если заметили. Актеры еще там что-то там репетируют, тексты прогоняют, а я уже сижу в костюме, уже готов, уже сосредоточился, собрался. Что такое стихи? Создание стихов – это твое одиночество, это уход в себя, от всего, что, как говорится, ты увидел, перевариваешь внутри себя, твои личные переживания. Вот, и здесь я играю. Понимаете, как актер я играю другие характеры, я не себя играю, поэтому я в каждой роли другой человек. Также и в режиссуре, понимаете, я берусь за разного, как говорится, автора, и даже я выражаю там свои мысли через его, какие-то размышления автора, но вот все равно это не совсем твое. А когда занимаешься личным творчеством, поэзией, это уже твое. И тут надо быть очень-очень искренним человеком. Вот. В поэзии нельзя врать, говорил Николай Михайлович Рубцов. Все время постигаешь что-то новое, что-то открываешь в человеке, другое какое-то качество. Да и в самом себе тоже. Вдруг находишь, что оказывается, в тебе жил Ричард III. Не во всех же Гамлет. Это все молодые актеры мечтают сыграть Гамлета, думая, что Гамлет в них есть. Но если поискать и придет опыт, то и найдешь. Любимые роли в кино – это которые самые трудные, которые очень-очень мне нелегко давались. Например, вот мы из джаза, да, музыканта сыграть, джазиста, у меня нет музыкального слуха. Я никогда не пел, понимаете, не играл на банджо, на трубе. Вот, вообще о джазе имел смутное представление. У меня в деревне на Алтае, где я провел все свое детство с джазом, по сей день напряженно очень, да. И пришлось это сыграть, это вот моя любимая роль, потому что она была очень трудная. А что делать будем? Смоемся. А вдруг прославимся? Да просто. А вдруг? Чепуха. Нет, ну а вдруг, Степан? Огорчений много. Огорчений много. Например, радость, что мы присоединили Крым к России, вернули. Вот. И грустно, что на Украине идет война. Вот. И радость, и грусть. Но жизнь она такая. С актерами, со многими вот работаешь, у многих родственники в России живут. У многих моих друзей, да и у родственников, у моих родственники на Украине. И вот как вот сейчас вот стоишь перед тупиком, перед какой-то стеной, и не знаешь, когда она рухнет, понимаете? Так что радость и печаль – это всегда рядом, всегда рядом. Лишь бы это все в сплаве в своем не переворачивалось и не вырастало в трагедию. Вот тогда, да, это
трагедии бы не хотелось.